Это вообще топовые истребители, это истребители мой именной, короче, называется Игорь 0007. Женя, давай там! Женя, взлетай! Женя! Я пытаюсь! Я взлетаю! Взлетай! Пока папа не догнал! Он в дым! Да взлетай! Женя, не тупи! Летит! 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 Знаешь, не летит? Понимаете, у нас в самолете слили бензин, знаете кто? Кто? Тот, кто работает в столовой, походу, я не понимаю. На канале Максима Лермонтова ты сможешь найти кучу различных интересных видео, а именно блогеров. Он действительно очень увлекательный и позитивный человек, поэтому заходи и подписывайся на его канал. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой и Игорем мы будем продолжать играть «Кто твой папочка» в Майнкрафте. Да, ребята, всем привет! Всем привет, ребята! Как обычно, не забываем ставить большие пальцы вверх, потому что чем больше лайков мы с вами сможем набирать, тем больше серий «Кто твой папочка» мы будем выпускать вот таким составом. И не забывайте подписываться на наши каналы, ссылки все есть в описании. И также не забывайте писать положительные комментарии и пишите в комментариях идеи для следующих серий по «Кто твой папочка». И также давайте наберем 5000 лайков для того, чтобы ссылочка на эту карту осталась в описании, и вы сами смогли поиграть со своими друзьями, повеселиться и провести хорошо время. Приятного вам просмотра. Папа, папа, мы хотим узнать, где ты работаешь. Папа, расскажи, папа! Так я же понимаю, что ты не мой папа, но все равно расскажи. Папа, ты что, обиделся? Я военный человек, понимаете? Военный человек, у меня секретные задания, я занимаюсь спецслужбами. А нам-то сможешь рассказать? Пожалуйста. Да, покажи, ну, покажи. Папа. Ну, пожалуйста. Если попросите и будете себя хорошо вести, то я вам покажу экскурсию. Будем, будем, да, Женечка? Да, да, да. Будем. Да. Смотри, Эдечка, это вот тебе. О, что? Это вот тебе. Нифига себе. Он забрал. Нет, ну на, Женечка. Женечка. Папа, нет. Так, все, вернули кепку, все хорошо. Папа Эдички, что это такое? Папа, показывай. Это, короче, оборонительная башня, понимаете? Здесь сидят солдаты и смотрят, что все будет хорошо. Давайте я покажу. О, можно залезть туда? Конечно, конечно. О, ты папа, что? А ты тут главный вообще на этой базе? Я вообще главный, я генерал вообще. Ты слышала, Женечка, какой у меня папа? Ты смотри, что здесь! Здесь! Тут Женечка! Так, я его прибью! Помогите! Да не меня убивай! Твою-то мать! Папу убивай! Нет! Женечка, ты видела эти пушки? Нифига себе! А где папа? Я тут. Папа. Да, я беру эти пушки, мне они очень нравятся. Хедшот! Ладно, папочка, возвращайся. А что это такое, Жень? Смотрите, здесь парашюты! Папа, папа, можно? С парашютами? Давайте прыгнем. Куда? Папа, я боюсь, папа, папа. Успокой меня, папа, успокой меня, я боюсь. Чё ты там? Женя, ты опять все взрываешь. Ой, ой. Все? Я в столовой. О, папа. Покушаем, покушаем заодно. Повар. Повар у нас тут. Не, вы понимаете, вы, конечно, все взрываете, но это моя база, я здесь могу что хочу дать, могу дать. Ну ты же тут главный, папа, ты же тут главный. Это конечно. Генералы! Папа, познакомишь нас? Вообще-то я тут генерал, я не понимаю. Тут левый какой-то типа. Ну-ка надо его вот сюда. Папа, пап, смотри, что я нашел. Какие-то. Не знаю. Это армейская еда или что это? Питье какое-то. Это, короче, питье. Бежим! Бежим, Эдечка! Бежим отсюда! Бежим! Ты сходит, покиньте! Что ты кинула, Женечка? Эдечка, беги сюда, Эдечка! Тут какой-то военный! Тут военный! Убегай, убегай! А! Военный, я бью военный! Женечка, беги! Беги, беги! Папа! Смотри, смотри, Женечка! Дымовушка! Дымовушка! Ой-ой-ой-ой-ой! Смотрите, тут настоящий вертолет. Папа! Стойте, давайте вы будете меня слушаться, я вам покажу здесь все, да как здесь вообще есть. Это вы какие-то непослушные. Ладно, как ладно. Да хватит! Женечка, успокойся. Чего он умер? Я застрял! И я тоже. Папа, я тебя вытащу! Папа, мой папа какой-то бессмертный.
достаточно, все нормально. Скажи спасибо Женечке, если бы не Женечка, папа, ты бы там застрял. Ладно, давайте, короче, я вам покажу экскурсию. Вертолет, Женечка, смотри! А можно полетать, папа, пожалуйста? Конечно, папа, прокати нас, папа, прокати нас, пожалуйста. Хрен бы я еще самому научиться на нем летать, понимаете? Полетели, я за пушкой! Я тоже, Женечка, как стрелять этой пушкой? Не знаю, помогите, как лететь! Ну погнали! Полетели! Папа, взлетай! Я не понимаю, как лететь! А ну, Женечка! Дайте Женечке, Женечка сейчас затащит. Женечка мне... в вертолете! Папа что-то застрет везде. Что-то не тащит. Непонятно, ничего не понятно. Что вы наделали? Я не поднимаю. Кто сломал? Короче, все, вертолет не летает, пойдем посмотреть дальше. Нет, я хотел пролететь. Ну пожалуйста, ну папа. Хрен вертолет. О, смотри. О, ставь, ставь. А ну давай. Ой, не. Давай. Да не летет, не летит. Все равно не летишь. Не летит. Так, я не могу понять. Папа сломал. Женечка, папа, ну. Папа все ломает всегда. Понятно? Папа ни хрена не ломает, он просто сам не работает. Это. Ладно, пап, побежать. На нафиг это нам. Папа, расскажи. Не. Смотрите. Нет, Женечка, нет, Женя! Нет! Только не меня! Женя, нет! Женя, не смей! Не смей! Женя! Все, успокойся. Спокойно. Я застрял! Женя, вызвали меня, пожалуйста! Папа? Папа? Что-то тут помпануло, по-моему, да? Давайте, короче, смотреть экскурсию. Все, пойдем. Покажешь нам истребители. А это, короче, знаете, какой истребитель? Какой? Серый. Знаете, какой это истребитель? Какой? Это... Нифига! О, папа, а можно посмотреть, что это за пушки? Женечка, пошли, знаете, Женечка. Что с этими пушками делают? Чего? У нас на корпоративе им и открывают бутылки с под пива, понимаете? Можно попробовать, что они делают? Подожди меня, Женечка, подожди. Нифига себе! Нифига себе! Женя, ты видишь? Круто! А я могу истребитель взорвать? Я могу истребитель взорвать? Папа, крутая у тебя работа! Офигеть! Это что такое? Это что такое? Папа, а это какие истребители? Подожди, я хочу стрелять. Помогите! Я не знаю. О, это истребители? Нифига. Это все топовые истребители. Это истребители, мой именной, короче, называется Игорь 0007. Женя, давай! Женя, взлетай! Женя! Я пытаюсь! Я взлетаю! Взлетай! Пока папа не догнал! Он в дым! Да взлетай! Женя, не тупи! Летит! Убежишь, что не летит? Понимаете, у нас в самолете слили бензин, знаете кто? Кто? Тот, кто работает в столовой, походу, я не понимаю. Полетели, Эдичка! Женя, лети! Папа, не догонишь! Взлетай! Стена! Взлетай! Взлетай! Все, папа нас не догонит, папа, не догонишь! Я вообще, знаете, как я рулю самолетом? Я рулю задом наперед, понимаете? Я даже не смотрю вперед. Ты профессиональный летчик вообще? Папа, я не знал. Конечно. А ты, Женечка, тоже? Нифига, куда ты летишь? Космос! Женя, прыгаем, Женя! Женечка! Давай, раз! Давай! Три! Как сесть? Помогите! Папа, пока! Самолет падает! Вообще я бессмертный. Здравствуйте, дорогие друзья, я, в принципе, бессмертный, и это осталось от моего деда, он был Человеком-пауком. Папа, такого интересного дня у меня вообще еще не было. Спасибо за такую экскурсию. Да, если бы еще кто-нибудь бензин бы не сливал с самолета, было бы что-то интереснее. Ну мы же и так полетели, папа, мы заправили. Ну да, хорошо, это, понимаете, это я потому что крутой. Все, пойдемте домой. Пойдем.
И, в общем, на этом мы закончим. Всем большое спасибо за просмотр. Если этот видос вам понравился, почему бы не поставить лайк и набрать 5000 лайков, тогда ссылочка на карту останется в описании. Да, ребята, и также не забываем подписываться на наши каналы. Ссылочки, как обычно, у всех будут в описании. И также, ребята, не забывайте писать ваши идеи для новых серий «Кто твой папочка?» в комментариях. Мы читаем абсолютно все комментарии, на самые интересные мы отвечаем, и даже самые интересные идеи мы реализовываем. Да. Всем удачи, всем пока. Всем пока. Всем пока, ребята.